всех стилях на одной сцене. Человек живчик, человек с хорошей рок-н-ролльной душой. Музыкальная битва в лучших вокальных традициях. Не было целостности ни в чем. У меня тоже было такое ощущение. Вообще, вы панк-рок играете? Мы можем быть разными. Одна страна, одна сцена, одна новая звезда. Премьера 22 февраля в 19:15 на телеканале «Звезда».